красивая местность. Здесь можно затеряться. Забыть, что есть люди и вещи не такие простые, как это. Сколько мы ездим вместе, Чарли? Лет 9-10. Это называют десятилетия. Я всегда мечтала, что появится кто-то нежный и заботливый. Я не такой, как ты думаешь, Сьюзан. Меня зовут Дентон Бакстер. Знаете, здешние ребята не любят ковбоев. Эти просторы открыты для всех. Времена изменились, мистер Спирман. Если прислушаться, люди, как правило, выдают свои худшие намерения. Думаешь, из-за коров стоит лезть под пули? Коровы – это одно. Но когда человек указывает другим, где их место, это другое. А этот шериф сидит и глумится. Меня это задело. Город знает, что будет перестрелка. Все боятся попасть под пули. Люди Бакстера напали и убили нашего друга. Ранили 16-летнего паренька и так ударили его по голове, что он не выживет. Я не боюсь убивать, босс. Запомни это. Сегодня в городе будут убийства. Я буду убивать. Человек имеет право защищать свою собственность и жизнь. И мы не можем позволить каким-то ранчерам посягать на это. Я не знаю, увидимся ли мы вновь когда-нибудь. Но я говорил от души. И я благодарен тебе, Сью. Надо было бежать, пока давали возможность. Ты убил нашего друга. Да, я. Убирайтесь из дома! Может быть, вам неизвестно, но для мужчин есть вещи похуже смерти.